Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала «Мошенники звонят по телефону» продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Алло. Алло. Алло, Галина, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это вас Николай беспокоит, компания «Газпром». Вот вижу анкету вашу, что у нас составляли. Сориентируйте, а вы на каком этапе сейчас находитесь? Да, вчера звонили от вас. Вот. И мне сказали... В общем, такой не очень хороший разговор был. Мне сказали, что меня в черный список занесли «Газпром Инвест Холдинга». За что? За то, что я не хочу пополнять через Киви свой счет. Это глупость, я вам скажу. Вас никто не должен принуждать пополнять свой торговый счет. Мне сказали, что как выгодно брокеру, как удобнее, так и должно быть. Я сказал, что, по-моему, должно быть как удобнее клиенту. Меня пообещали в черный список занести. За то, что вы деньги не отдали, правильно понимаю? Да. Обиделись, наверное, на вас. Я вас не слышал. Хорошо, вот просто вижу, что тут анкета у вас не заполнена, вот касательно как раз таки выхода на финансовый рынок. У вас что-то не получилось до конца? Ну вот, наверное, что-то не получилось. Хорошо. А вы на каком вот остановились этапе после рекламы? Так я остановилась на этапе уже активации счета. Так. Ну вот, мне через Киви не подходит такой вариант. Хорошо. Да. Так, хорошо. А что у вас с Киви? Да ну, я не понимаю, как через Киви... На чужой Киви зачем мне отправлять деньги? Вот. А еще один менеджер назвал меня, написал мне в Телеграме, что я тупая. Ну как вот после этого общаться, я не знаю. А там была указана фамилия и имя менеджера? Ну, по-моему, его Максим зовут. Где-то у меня там... Если вас не затруднит. Ну, я потом посмотрю. Дело в том, что я сейчас ребенка кормить буду. Мне сейчас не очень удобно разговаривать. Давайте через полчасика свяжемся с вами. Да, я вот как раз таки буквально звоню, чтобы узнать, что вот у вас произошло. Ну, хорошо, вот, вы говорите, что не получилось. Вам больше, я так понимаю, подходит то, чтобы просто напрямую пополнить торговый счет, да, через платежный терминал. Нет, я хотела через через свой онлайн-банк перевести деньги на счет, виду, то есть, да, и... на торговый. А вы в каком банке обслуживаетесь? У вас Сбербанк, правильно понимаю? Да, Сбербанк. Так, хорошо, замечательно. А вот подскажите еще также, за менеджера говорите, а с какой суммы вам говорили приступать нужно? С 20 000. Ну, один менеджер говорил с 20, а другой почему-то с 12. А как еще раз? Один говорил с 20 000, а другой почему-то сказал с 12. А первый говорил... Правильно вас услышал? А? Так, хорошо, смотрите, Галина, сразу вас предупрежу. Алло. Алло, да, Галина, еще раз здравствуйте, со связью что-то? Да, да, что-то со связью прервалось. Вот, хотел вам сказать, смотрите, что вы последнее услышали? Ну, я сказала, что вот через... Ну, что... Я сказала, что через Сбербанк свой хочу пополнить счет. Алло. Вот. И вы сказали, что вам говорили начинать с 12 тысяч. Да. Так вот... 20. Сказать, один сказал с 20, а другой с 12. А первый с 20 говорил. Это не...
еще из 20, то есть это не являются наши сотрудники, поскольку у нас сейчас в честь Нового года компания, во-первых, не может позволить клиентам начать с самой минимальной суммы, это 9000, так еще и плюсом к этому компания еще дает усиление до 100%. То есть если вы начинаете с 9000, вам еще 9000 предоставляет компания, ну, скажем так, новогодний подарок такой приятный для того, чтобы вы могли, по крайней мере, себя более комфортно чувствовать на этом рынке. Ну, замечательно, есть, хорошо. Вам не нужно на какой-то левый, скажем так, Киви кошелек переводить. Действительно, вы делаете самостоятельно со своей стороны. То есть, совсем ознакомливайтесь, смотрите, пополняете и приступайте к торговле. Это даже выглядит так. Ну да, Если вас кто-то принуждает, вас никто не обязан принуждать. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Ну, конечно. Что вот вы все-таки не сделали, поскольку действительно, ну... наша компания, она ищет в первую очередь для себя партнеров, да? Поэтому мы предлагаем вам начинать с такой минимальной суммы и даем вам еще бонус, поскольку нам нужен надежный партнер, которому мы можем доверить вот эту ценную информацию, с помощью которой он и будет как раз-таки пользоваться и зарабатывать свои деньги. Понимаете, замечательно, да? Да, хорошо. Вот, мы можем, через 40 с вами созвониться, я как раз сейчас ребенка покормлю, а то сейчас, ну, у меня тут, он маленький ребенок, я не могу одновременно и разговаривать, и кормить. Хорошо, я просто буду тогда для вас подготавливать как раз-таки вот этот платежный метод, который будет для вас подходить. Хорошо. А вы меня, пожалуйста, Галина, сориентируйте, чтобы я понимал тогда, давайте вот мы дополним вот здесь информацию касательно вашей анкеты, я так понимаю, это у вас будет первый опыт, да, на финансовом рынке? Да. Вам друзья посоветовали, да, попробовать, если правильно понимаю? Да. Вот, отлично. То есть, а друзья уже как давно работают на финансовом рынке у вас? Ну, друзья уже очень давно работают. Такие они профессионалы. Ну, я так понимаю, они тоже начинали с какой-то компании, а потом самостоятельно перешли уже на ручную торговлю. Да, конечно. Как-то так было. Хорошо. Это замечательно, это все прекрасно. А что вот конкретно вас привело, что вас заинтересовало, вот, что бы вы хотели здесь добиться, какие у вас цели, в принципе? Да я хотела на долгосрочные вообще вот цели. То есть я... Это то, что я действительно хотел услышать. Это то, что я вот хотел услышать. Ну, да, хотела получать... Да, чтобы ну, вот, да. В дальнейшем... Да, и дивиденды получать от компании, и вкладывать деньги в компании, в акции. Вот. Ну, давайте вот чуть попозже, ладно? Мне сейчас... Акциями хотите заниматься? Да, мне сейчас совсем неудобно разговаривать. Давайте минут через 40 созвонимся. Хорошо, давайте для вас тогда... Для вас подготовьте буду пока там все. Да, хорошо, все, спасибо, жду. Алло. Алло. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Денис Сокранский, я являюсь старшим ведущим специалистом проекта «Газпром». Вы ранее общались с моей коллегой. Это Сергей Бойцов был, припоминаете? Да, что-то было такое. Да. Вы так и не приступили к торгам, к работе с нашей компанией, я так понимаю, и возникли какие-то незакрытые вопросы у вас, правильно? Да, что-то там было. Ну, вы планировали быть нашим клиентом, пополнить свой депозит. Да, это я помню. Там что-то со счетом, по-моему, было, с активацией. Он сказал, что он будет готовить ссылку мне, вот, и, по-моему, так было, и все, и потом не перезвонил. Ну, вы готовы активировать свой торговый счет? Прямо сейчас нет, я сейчас с ребенком на елке. Ну, это не занимает много времени. А когда вы планируете активировать счет? Я думала, вы сегодня не работаете вообще. Работаем по-короткому, я думал набрать вас сейчас, думал с вами все сделать. И просто актуальный момент, выгодные условия, понимаете? Я понимаю, но мне сейчас совсем не кстати это. То есть я не могу. А мне... когда вам будет кстати? Ну, я дома буду часа через... Ну, через час где-то, через час с небольшим. Нет, я уже работать не буду. Я уже ну, работать. Все, ну, давайте после праздников тогда уж. А когда после праздников? Да, когда хотите, в любой день. Когда я вы вас... начинаете работать? Сейчас. А смотрите, вы на елке, да, я так понимаю, с ребенком? Да. Угу. На елке с ребенком. А у вас интернет и телефон есть? Скайпом Сергей устанавливал? Нет. Не устанавливал. А вы какими банковскими картами пользуетесь, подскажите? Сбербанком. А вам, подскажите, вот по карте Сбербанка сумма доступна 12 тысяч рублей? Да, доступна.
А если мы с вами сделаем ход конем, смотрите, я понимаю, праздник Новый год, нужно отмечать. Я хотел бы, чтобы вы забрали бонус, который у нас есть. Это плюс $50 к вашему торговому счету. То есть пополняете на $150, $50 в подарок, у вас $200. Давайте так. Я подготовлю для вас сейчас заявку, просто банально. Вы ее оплатите по номеру карты, и, соответственно, как бы я вам все после праздников продемонстрирую, подготовлю как раз-таки и приступим к работе. Да нет, ну уж после праздников тогда я плачу, потому что сейчас как-то просто странно. Вы сейчас можете забрать бонус. Да не переживайте, ну, мы никуда не пропали. Да, после у вас там просто у вас там будет как раз-таки бонус, который вы можете, в принципе, забрать. А после праздника его уже не будет, понимаете? Ну ничего страшного. Просто сейчас оплачивать что-то как-то у меня этот... Как его, господи, без Сбербанка онлайн на другом телефоне, телефон в машине, это сейчас туда идти, я с ребенком здесь. Это, в общем, очень неудачно. Это вам на руку, это вам будет выгодно, понимаете? Я же, поймите, вот 31-го мы работаем, потому что это выгодно для наших клиентов. И я не хотел бы, чтобы вы, как минимум, просто банально упускали этот доход, который мы вам предлагаем. Вот поэтому мы и работаем сегодня. Я понимаю, когда вы начинаете после праздников работать? 3-го числа. Ну вот, давайте 3-го звоните, все сделаем. Я вас слышал. Хорошо, вы еще подумайте. Хорошо.